Ветераны боевых действий, военные срочной службы, волонтеры, местные жители и даже дети. На площади Победы в Наро-Фоминске прошел флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов, участников спецоперации. Понимаешь, что ты делаешь нужное, важное для Родины дело. Это очень и очень важно знать, что тебя поддерживает народ. Сотни людей вышли на акцию и показали жест рукопожатия в знак поддержки и сплоченности. А еще они выстроились в живые буквы, которые образовали надпись «Мы с вами». Сейчас, стоя вот в таком импровизированном строю, чувствуя локоть друг друга, мы, я считаю, сделали очень хорошее дело. И очень важно то, что с нами были и дети совсем, ну, несмышленные. Они еще не понимали, что происходит и для чего это. Но чувство сопричастности у них осталось. Екатерина Крамер, Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».